Колпашевские кадеты приняли участие в международном благотворительном кадетском бале в Москве. Масштабное торжественное мероприятие состоялось 16 декабря. Такой праздник танца проводят в восьмой раз. В столицу приехали молодые люди из 84 субъектов России, а также представители 9 зарубежных государств. В зале гостиного двора на площади 30 тысяч квадратных метров собрались около 3000 лучших воспитанников кадетских корпусов, военных училищ и вузов, участников и участниц патриотических движений со всей России. Второй год подряд участниками бала становятся воспитанники Колпашевского кадетского корпуса. В этом году в Москву приехали ученики 9 класса Антонина Абрамова, Регина Юсупова, Михаил Перов и Артем Зенченко. Помощь в организации поездки ребят на бал оказал наш земляк, депутат Государственной Думы Михаил Киселев. В Томской области много талантливых ребят и молодежи, и я сам вырос в маленькой деревне Маракса Колпашевского района, занимался в танцевальном коллективе. И помню, как мы выезжали в районы или города области, это было большим событием для всех. Я уверен, что выезд ребят колпашских кадетов и участие их в международном бале станет для них таким особым событием и внесет такой значимый вклад в развитие их жизни. Спасибо огромное ребятам, что они активно представили Томскую область, родителям за воспитание, ну и, конечно же, учителям. Будем поддерживать такие инициативы и дальше, и стараемся сделать участие ребят ежегодно. Международный благотворительный кадетский бал – место, где оживает сказка о благородных принцах и прекрасных принцессах. Каждый из кадетов почувствовал себя в этой роли во время танцев. Вальсирование тысяч участников – зрелище по-настоящему завораживающее. В этом году почетными гостями благотворительного кадетского бала в Москве стали участники специальной военной операции, герои России и Советского Союза, послы зарубежных дружественных государств.